На этих кадрах двое мужчин преграждают дорогу на улице Комсомольская в Щелкове и совершают нападение на водителя автомобиля, 76-летнего местного жителя. Требуют отвезти их до указанного адреса. После отказа избивают пожилого человека, принуждают выполнить требования. По имеющейся информации, злоумышленники — двое уроженцев одной из республик Средней Азии. Это, как оказалось, не единственное злодеяние, совершенное ими в этот вечер. Содержимое кадров камер уличного наблюдения поражает своей жестокостью. Также установлено, что в этот же день иностранные граждане на улице Мичурина в результате конфликта причинили телесные повреждения еще одному местному жителю 1985 года рождения. Злоумышленники, вероятно, решили, что все сойдет им с рук, но не тут-то было. Благодаря высокому профессионализму и четким действиям по горячим следам сотрудники уголовного розыска отдела полиции города Щелково нашли и задержали правонарушителей. В отношении злоумышленников следователям Следственного управления Межмуниципального управления МВД России Щелковское возбуждено уголовное дело. Анна Балиет, Щелковское телевидение.